Этот участок дороги на Симферопольской трассе перекрытый в неизвестных целях. Идеально подходит для гонок и тестов. Презентация новых моделей Ducati плавно перетекла сюда и превратилась в красочную тусовку мотоциклистов. Мне очень понравилось, как бы я уже искушен всякими разными мотоциклами. Ну, очень хороший мотоцикл для дальних поездок. Очень меня впечатлила приборная доска и возможности регулировки, в принципе, под любого райдера. Можно подобрать под свой стиль езды, работу АБС, трекшена, подвески. То есть, с точки зрения наполненности электронными всякими регулировками и гаджетами, мотоцикл произвел на меня впечатление. У вас впечатление, на какой модели вы только что ехали? Ну, это мультистрада, Ducati. На самом деле, я первый раз еду на Ducati. Понятно, что это все, ну, на самом деле, очень высокого уровня мотоциклы. Как вы считаете, подойдет ли он для Харькова, для езды по городу? Для Харькова вообще мало что подходит, потому что в Харькове очень мало дорог. Ну, как бы, мотоцикл это же все равно в любом случае, как бы, какой-то, ну, в некотором роде экстремальный вид спорта, а не способ перемещения. Поэтому, да... Что у вас самая первая модель Ducati, это правда? Да, правда. Ну, мультистрада есть, да. Самая первая была привезена в Украину. Почему любовь именно к Ducati? Редкая, красивая. Ну и на сегодняшний день самая титулованная компания Ducati. Она 35 раз выиграла чемпионаты мира. Пробовали ехать на Ducati, который красненький. И как вам? Впечатления очень хорошие. Удобный мотоцикл. Если бы я выбирала, я думаю, я бы рассматривала его как вариант. Как вообще вы пришли к тому, чтобы начать ездить на мотоцикле? На самом деле у меня с детства была любовь к мотоциклам. У меня крестный и отец ездили еще на Яве в то время. Скажи мне про свой мотоцикл. Там грязь, труба, подножка. А как давно ты уже катаешься на нем? А уже хорошо. Настоящий байкер он какой? Он ездит на мотоцикле, держит баланс. Тебе не страшно было? Да не страшно. А какие ты чувства испытываешь, когда садишься на мотоцикл? Как ты себя чувствуешь в этот момент? Я чувствую себя хорошо. Можете сказать о вот этих моделях, которые представлены сегодня, о Скрамблере, о Монстере? Ну, довольно такие приятные, свежие модели. Они будут достойно, так сказать, представлять в нашем городе марку Ducati. Хозяева, которые их приобретут, будут получать массу удовольствия при езде по городу. Мотоцикл – это средство для получения удовольствия.